Добрый день! В мире смешанных единоборств и бокса частенько происходят удивительные и смешные ситуации. И в этом видео мы вновь посмотрим на несколько из них. Это очень странный бой. Сперва боец в желтых шортах прессует и наносит классический лоу-кик в голову своему противнику. Затем тот проползает между ног рефери и нападает на него. Только посмотрите на этого тренера по карате. Это похоже на то, будто дедушка мутузит своих внучек. Феноменальная техника, фантастические процессы. Очередной двойной нокаут в боксе. Удивительная реакция бойца в красных шортах. Он увернулся от удара почти как Нео из Матрицы. Карате, ушу и прочие виды условных боевых искусств часто фокусируются не столько на мордобитии, сколько на философии. Правда, на ринге нет времени на философию, и этот мастер кунг-фу и карате быстро сталкивается с жестокой реальностью. Между тем, существуют и такие мастера бесконтактного боя. Этот сенсей якобы прикосновением отправляет человека в транс, и тот начинает прыгать. А эти два боксера показали, что такое настоящая ярость. Ринг просто не выдержал их мощи и провалился. А эта реинкарнация Брюса Ли решила наказать тайского боксера в стиле Винчун, но что-то пошло не так. Чарльз Беннет всегда был известен своим неординарным поведением. Вот и здесь он устроил достаточно странное шоу во время взвешивания. Мастер тайчи решил выйти на ринг против кикбоксера, обещая вырубить его в два шага. Но опять же, в реальном бою нет места философии, и мастер кунг-фу отправляется в нокаут. Еще один кунг-фу мастер против обычного мужичка, который иногда ходит в качалку. И мастер кунг-фу очень уверенно проигрывает. А это уже всем известный чхарек. Чхарек — это русское кунг-фу, что-то вроде шаолиньского кунг-фу, но предварительно заправленное водкой.
А в этом бою спортсмен в синих шортах показывает невероятную технику боя. Лея Тапа против Габи Гарсии, женщины-качка. Еще один бой Габи Гарсии, в котором ее оппонентка решает бегать по рингу. Посмотрите другие видео на нашем канале. Также скоро выйдут новые ролики, так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. И не забудьте подписаться на наш Яндекс.Дзен. До новых встреч!